Более 200 уникальных скульптур, рисунков и гравюр. Уникальная выставка открылась в Национальном художественном музее. Публике представили творчество немецких художников первой половины 20-го столетия. Большую часть экспозиции составляют работы Эрнста Барлаха и Кетте Кольвиц, основа творчества которых – вечные темы добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти. Особенность этой выставки в том, что мы не просто представляем искусство Германии. Мы вступили в настоящий живой диалог с молодежью и обменялись с ними нашими представлениями о будущем благодаря проекту Face Art, Face Future. На протяжении 5 суббот одна группа будет работать внутри музея. Это группа арт-медиаторов, которая в дни школьных каникул будет проводить выставки по экспозиции. Вторая же группа – это группа видеохудожников, которая на протяжении этих же 5 суббот будет создавать свой собственный видеоарт, который будет показан в рамках отдельной выставки с 4 по 10 ноября. В нашей стране творчество Эрнста Барлаха и Кетте Кольвиц представлено впервые. Публике произведения искусства будут доступны до начала декабря.